заползла змея! Я вступлю в ваш отряд, ребята, но сначала спою песенку. Шериф! Ну-ка, подвинься, колючка. У нас гость. Хочешь кофе? Он полезен, но не пей слишком много, а то будешь бегать. Я сейчас! Пс, эй, алло, привет, извините. Не скажете, где я? Он просто задал вопрос. Ну уж извините, я стараюсь не выходить из образа. Меня зовут Лютик. Имя Шикалки ты слышал. Привет, я Трикси. Ребята, я не знаю, где оказался. Мы либо в парижском кафе, либо в кофейне в Нью-Джерси. Думаю, я только что пришла от своего врача с судьбоносной новостью. Мы много импровизируем. Расслабься и играй в свое удовольствие. Нет, я... Кто хочет кушать? Пик-пик-пик. Там внутри сюрприз. Леденцы. Кто-то отравил воду в колодце. Отравил? Фу. Кто же сделал такую подлость? А, злая ведьма, берегитесь! Она сейчас всех заколдует. Я знаю, где спрятаться. Тут она нас не найдет. Что такое? Отлично играешь. Система Станиславского? Я должен узнать, как отсюда выбраться. Отсюда нет выхода. Шутка, дверь вон там. Ну, ковбой, ты с лёту вписался в игру. Я Долли. Вуди. Вуди, правда? Ты сохранишь имя? Что? В новом месте у тебя есть шанс сменить его. Это говорит тебе кукла Долли. Кто этот новичок? Ты настоящий ковбой? Ну, вообще-то... Ты что, голова садовая? У него даже шляпы нет. Как это нет? Моя шляпа! Сказал же. Я нашла звездолёт! Наш выход. Скорее, залезай! Достигни двери!